Руками только наступаем, руки не участвуют, руки за спину заложили. А зрители болеют за свою команду. Итак, подняли руки те, кто болеют за Быстрого. А что так мало за Быстрого болеют? Аплодисменты Быстрому. Почти остальные болеют за Ветерок. Подняли руки те, кто болеют за Ветерок. Аплодисменты Ветерку. Итак, все готовы, команды? Итак, на счет 3. 1, 2, 3. У кого лопнули шарик, присаживается на стульчик, отходит в стороночку. Нет, кто-то же не играет. Да, тому у кого лопнули шарик. У кого лопнули, тот сел. Сели, у кого лопнули, тот сел. Смотрите, какие красивые движения делают наши участники. Так, кому лопнули, тот сел. Ой, как красиво, смотрите, бегаем, ножки подрываем, какие спортивные ребята. Лопаем другого цвета шарик. Молодцы, Артур, ты не видишь, что девочек нельзя бежать, нет? Итак, аплодисменты, хлопаем, давай. Итак, какой, как вы думаете, оранжевый или розовый, какой останется? Кто? Какие па совершает мастер? Какие па? Ну что ж, какой же... Лопаем другого цвета шарик. Итак, Настя или Максим? Максим или Настя? Кто? Давайте, Настя, Максим. Кто? Настя или Максим? Максим, Настя. Красиво, смотрите, танцы, запоминайте. Тут не просто дзюдо, тут такие па. Позавидовал бы любой спортсмен, где па. Ах, он так хотел, и па. Замечательно, еще вариант. Ну, наверное, нужно аплодисментами аплодисменты. Давайте уже. И, значит, возможно, взяться за руки и сказать, что вы, ребята, самые лучшие, несмотря на то, что вы в разных командах. Аплодисменты друг другу. Все, Настенька, все, от него можно отстать. Все, давайте мы заканчиваем этот конкурс. А сейчас, пока. Очень хотела Артур, чтобы посетила дружба, поэтому помог своему другу. Итак, занимаем места за столами, двигаем стульчики.